Сегодня в Алматы закрыты оружейные магазины, а полицейская охрана усилена. Владельцы не говорят, по какой причине закрыли их магазины, но дали понять, что в курсе событий в Актобе. Все в настоящее время находится под контролем, и самое главное, надо помнить, что вот те люди, которые совершили нападение там, в Актобинске, они прежде всего преследуют цель создать страх и неуверенность среди наших людей. А мы должны показать, что нет. По словам вице-президента оружейной ассоциации Курамсак Сергея Котнова, напавшие на оружейные магазины в городе Актобе не смогли воспользоваться магазинным оружием. Ружья вынимается затвор и хранится в отдельном хранилище. То есть ружье внешне, оно, скажем так, как оно должно быть, но стрелять из него нельзя. Также патроны. 5 июня группа террористов совершила нападение на оружейные магазины и патруль полиции в городе Актобе. Преступники намеревались совершить нападение на расположение воинской части. В ходе событий погибли около 20 человек. Около 40 человек получили ранения. Асылхан Мамашулы, Санат Нурбеков, Азаттык ТВ.